Все. Все. Всем привет. Мы в своем любимом магазине. Купили фрукты. С ними само зайти. Самый лучший район. Вот такие вот вкусняшки. Пошли дальше. Что, все выключать? А? Выключать. Эмиль сердитый очень. Вот не надо меня снимать. Ну пошли. Карточку взял хоть пятерочки? Да. А что ты хотел? А, Эдшель, да? Я не знаю, где. 59 рублей. 59 уже? Дороговато иметь. Может, какой-нибудь подешевле? Что-нибудь придумать. Подешевле и побольше, да? Подожди. Я даже не знаю, честно говоря. Может, в Летуно, в этом, как его, в этом, как он, Летуновский, там возьмем тогда, там подешевле. Там колбасы, котелок можно взять. Там сколько котелок колбасы? 90 рублей? Да. А, ну вот, в Летуновском тогда возьмем. А тут, в принципе, больше нет. Ну, пошли тогда туда. Фарш вот мне здесь понравился, и котлеты я делал. Так выбери, когда раскроем уже. О, какой-то у нас залог. Вот, да. Прям не перескрою. Да, вот подложка чистая. А. Так, зачем скроют? А что я тут раз еще тут что-то брала? Спекачки какие-то. Фрикадельки брала. Косточки, бабы. Фрикадельки. А, нет, косточки в этом, я тоже в Летуновском. Фрикадельки ты здесь брала, но это тут уже нет. Фрикаделек нету, да? Нет. Mm. Хотя они зря вкусные были. Вкусные были, да? Да, получше. Понравились? Получше, Емельяновские. А, даже лучше, чем Емельяновские? Намного. А. Да, их поменьше, но зато вкусные. Что ты хотел взять? Майонез? Хотя можно за 94 раза огромную пачку взять. Слушай, намного выше. Выгоднее? Смотри. А. Просто сколько здесь? 230, а тут 376. Да это еще. А по-моему, одинаково получается. Нет. Ну тут типа ровно 499. Давай вот это за 99 оливковый возьмем. Ну ладно. А, нет, тут 94. Ой, я даже не знаю, Эмиль, я запуталась. Бери, короче, вот это, ладно. Ты только не швыряй, ладно? Еду. И за 5 рублей тебе. Так. Ну а как мне себя хоть капельку? Давай я тебя сниму. Давай. Так не надо лицо. Коверкать. И что там, как там надо? А где дешевый тушенок? Вот. А. Я всегда беру баночку. Я всегда с собой беру видеокамеру. Ну ты что, резко прилив такой носом? Не знаю. Ладно. Паштет. 20 рублей. Угу. Жрать не будешь. Почему? Не будешь. Отвечаю за свой глаза.
А мне раз сколько понравилось по 33 рубля. Мы с картошкой поели, с мятой. Давай баночку возьмем. Мне то раз понравилось, она прям такая набитная. Что такое? Вывечки пахнет. Я не поняла, что ты нюхаешь. Так, это нам алкоголь не нужен тут. Пошли, проходим быстрее. Проходим быстрее. Так, тут нельзя быстро. Тут дорогие бутылки. Проходим, сказал Вадим. Я просто... Сейчас так улицу. У тебя что такая реакция? Возьми вот просто вот этот батон. У меня вкус. Ну, бери. 30 рубля и так. А почему нам еще за 15 рублей хлебушек нельзя? Он мягкий. Пускай, на всякий случай. Давай еще за... Ну, я взяла за 15. Ну, это нам уже мягче. Иди нафиг. Все, ты что все мимо алкоголь? Давай, проходи, волосы отсюда. А, фрукты, ой, эти как их, овощи. Два плюс два, как это так, я не понимаю. 22 рубля по акции, две штуки берешь. Короче, одна стоит 45, но если возьмешь две, то тебе выйдет так. А зачем мне столько? Давай просто возьмем два этих. Ну это выгодно. Хотя он уже с каким-то раском. Нет, давай вот таких вот два. Если можно, пакетика возьми. Возьми пакетик. Какой-то самый хороший выбор. Че ты? Пакетики где? Вот, вот, Эмиль. Отсюда торви. Да. А картошка где подешевле? Где, чтобы она была офасованной, нет? Вот она. А. Здрасте. А, у нас же есть картошка. А. Ой. Нафига она нам рис. Я уже забыла. Да. Так, а что там тогда? Лук. Лук. Бери пакет. Улыбнитесь, вас снимают. Нет, два. Два. Морковку. Какую-нибудь. Давай. Морковку ждем. Сейчас насыпь. Насыпят, да? Да. Ждут морковку, сынок. Давай подождем тоже, Милюш. Можно пока походить. Пока ждем. Походить? Да. А, ну как? Потом зайдем просто и все, когда ее уже не будет. Когда ее не будет. А. Вот она, последняя. Говорит, тогда потом не будет. Угу. А. Да нам много не надо, нам и надо три штучки. Или сразу побольше взять? Нет. Пять. Да. Давай, я заберу свой пакет. Эмиль, батарея садится, съемка долго не продлится. Только в этот раз давай я, наверное, выключу все-таки съемку. Это Эмиль, у меня шел там. Шел? Да. Может, оно просто еще не всплыло нет, в тот раз? Нет, оно в тот раз, оно все нормально. Блин. Короче, сахар, яйца. Я их всегда вот так открываю просто. Сейчас набираю вот так, как ледниковки. И все. И это взяла, гречку взяла, спагетти взяла, я дошик взял, и все будет, и ничего. Ничего не охот. Чё ты имеешь в виду? Имей.
У меня шел таймер, я его видел. Ну, значит, оно не сохранилось. А почему? Не знаю, может, ты нажала как-то не так. Где? Я не нажимала ничего. Вот, на это нужно, чтобы сохранить. Нет. Не нажимала? Нет? А, ну тогда, значит, не знаю. Я даже не прикасалась. Ладно, что теперь, все видео это обсуждать будет? Ладно. Давай хоть цены поснимаем так. Корм? Я вот так вот делаю, когда... Все, что теперь ты будешь? Нормально. Ничего? Нормально. Нормально все с волосами, не делай с ними ничего, все нормально тебе. Великолепно, красиво. Ага, уже красить пора бы. Нет, все нормально. О, терпеливо, терпеливо. Жарю самсу. Вот такая вот у нас сегодня пирогоров. Пирогоров. А тут секретное блюдо мое. Да. Супер секрет. Угу. И там же это супер секрет. Там сичка. Но она пока только поставлена. Угу. На печи. Чтобы трескать калачи. По 50 рублей помидоры. Я выбирал, кстати. А это вот по 30 рублей. Все. Я выбирал теперь. Кстати, виноград помидоры. 60. Хороший выбор, пакет с помидором. 69, да, по-моему, сколько? Здрасте, какой 69? 79. 79, да? Виноград 79 килограмм. Вот. А это вот по 30 рублей килограмм. Угу. Это по 50. Угу. Сегодня вот, если что, может быть, эти, как их буду жарить, кабачки, там, баклажан, такие губочки прикольные. Нет, я выбирал, сказал, что она дольше просушится, нежели чем это. Замазка для окон, это носки имели, пальмира. Растрепется быстро. Это, пальмира, ну... это вот такая, ну как. Ой, ну кто не знает пальмира? Знаете, ну надо показать, может кто-нибудь не знает. Знает. Да, мне тоже кто-то, по-моему, спрашивал даже. Вот такая вот, вот. Что такое пальмира? Да вот такая вот. Я руками стираю. Вот. Сейчас я покажу. Давай. Все, подожди, подожди, открылась. Паста, короче. Паста, да. Стиральная. Ну, она хорошая. Я что хотел сказать. Вот. Так что... Сейчас руки обмою. Так, короче, ну, вот. Короче, все, пошла шорты какие-то один, а то таких теплых шуроварах, они внутри с этим с начесом. Да, с начесом, в них жирковато. О, какие. Модные шуровары. Ты снимаешь, Таня? Да. А то что я стараюсь. Заняться нечем. Дельфины, русалка. О, кстати, неплохий, неплохой высокий голос. О, нет. Это еще что? Я только всего лишь... Я боюсь громче. В общем, наворочила я делов. Потерпи, лук не переносишь. Да. У меня даже на свет глаза чувствительные. Смотрю, я немножечко отложила. Я буду тушить. Ой, еще и сок. Я, наверное, был. Но я буду тушить, как его помидор споить. Я понял. Я отложила капельку. В общем, наворочила я диалог. Проще говоря, у меня такого не было никогда. Я схватила пакет с сахаром и перепутала его с манкой. И сыпанула в фарш где-то 2 столовых ложки. Я вроде попыталась чистить там, а что там я счистила? Ну, чайную ложку от силы. Вот. Жидкости много было. Он быстро, да. Он... Вот. Что я хотела сказать? Пришлось это соображать, не знаю, что мне делать. Я тоже, я тут и манки, и муки насыпала, как его. Ну, лук я еще до этого потерла, 2 зубчика чеснока, кабачок пришлось натереть.
сальцы подсолила. Сейчас еще яичко разобью, 2 или 3. Два, да. Все это перемешаю. И что это теперь на вкус получится? А, приправки капелька, миллиграмм буквально. Вот. Что теперь будет на вкус? Я сама, давай. Что это теперь получится на вкус, я не имею ни малейшего представления. Да. Будем, как говорится, экспериментировать. Рубрика «Эксперименты». Да. Куриный фарш, да? Да, лук сейчас по принципу. Филе написано, филе курицы. А. Ну, по принципу лук должен быть. Что с тобой все? С подвожкой фарш сюда. Ну, после... Поменьше надо смотреть Ютуб. Как там говорят? Ютуб ужас теперь у нас. Horror films. Ну, я, видимо, как вывалила, поэтому не гляну. Да. Сладкие котлеты. Как там говорят? По принципу, смотри, сейчас лук должен перебить. Сахарная бабулька? Бабка. Лук должен перебить все-таки. Перемешать? Да нет, я сама чумаю. Я еще и кабачочек добавила. Я сейчас... Ой, сейчас он впитает. А вчера это как ее вкусные были с маночкой котлеты. Ой, лук. Это прям так ядерная бомба такая рядом. Ну Жозная. Сейчас я еще миллиграмм маленький добавлю. Миллиграмм. Не надо, хватит уже. Она сейчас еще большую сладость добавит. Манка? Да. Может, ты и прав. Ну ты прям поваром надо тебе быть. Если быть получится в наше время. Ну все, теперь насмотрится это. Я как Егорхи мама. Да-да. Все реагирую на все. Эмоционально. Ну, а как эмоционально, чересчур. Чересчур уже не бывает. Чересчур уже нет. Дальше все. Перемешай теперь как следует. Давай. Сейчас я перемешаю. Да. Не надо, нет. Самсат хоть нормально было? Да. Я одну тоже видела. Одну? Две мама сделала, две тебе. Тебе двойная порция. Нам всем по одной, тебе две. Угу. Потому что... Так, посмотрим, что испечется теперь. Как будет вкус. Так, готовлю такие. Сейчас. А это я тут не знаю, сейчас что-нибудь. Рагу какой-нибудь. Да. Зелень еще нарежет. Ты что, давай попробуй. Да. Ну как? Имель, честно, только по честности, лучше честно, сверхъестественно. Не сладкий, к слову. Не сладкий, а я... Как я и говорил, лук перебивает. А я улыбаюсь тебе. Колючая. Нормально. Правда, мягкий, из-за манки. Из-за кабачка. Кабачка, манка. Ты, видимо, не отжимал кабачок? А, нет. Ну, обожать. Для этих драников можно не отжимать. А вот для котлет же будет не отжать. Чтобы жидкость поменьше была. Они слишком, они мягкие. Видишь? Они мягкие. Ну, они пропеклись. Пропекся.
что-то невероятное, да? Нормально. Мексиканская кухня, да? Угу. Здесь красного перца тогда для мексиканского не хватает. Табаско вроде Мексики, понимаешь? Я не знаю. Так, ну давай, я это выключаю, не снимать надо. Я вся обсмеялся, не на смысле. Мы чуть начали, я говорю это. Ну, что-то я говорю, сейчас я декабрист покажу. Он говорит, какой декабрист? Я говорю, да цветок декабрист. Мама, раньше были декабристы? Я говорю, нет, я сказал, ну были какие-то декабристы, типа. Были декабристы, ноябристы или кто там? А ты сказал октябрист. А, октябристы. Октябрята. А, ой, октябрята. Давай успокойся. Я сказал, октябрята вроде школьников так называли, а ноябрята. Ты сказал, кто были. Я говорю, октябрята вы это? Он говорит, октябрята были школьники. Я говорю, а ноябрята кто были? Он сказал, кто они были. Да мы посмеялись, короче. Ой. Вот такой обычный брат сделал рагу, у меня там немножечко осталось гречки, поэтому я передумала макароны. Вот. Просто сделала боковую. Короче, добавка к гречке. Да, чтобы сухая не была, как говорится. Добавка к гречке. Да. Окей. Котлеты, кстати, это нормальные какие-то. Я не ожидал сама, честно. Чуть-чуть сладкие все равно. Чуть-чуть? Врать не буду. Врать. Я тоже не собираюсь, чуть-чуть. Нет. Но я думаю... Я думала, что несъедобно будет. Ну ничего, нормально. Эмилио, ты с чем? С майонезом. 7 штук я съел, в общем. Я только один. Ага. Я уже 7 заточил. А... На один зубок. Баб, 5 штук съел. Как это? В общем, с гречечкой. В общем. Вот такой вот декабрист. Угу. На, снимешь, а кто ты был, умеешь. Кто были ноябристы? Эмиль сказал, кто они были. Ну, гуляли, короче, по полной. Ноябристы. Это декабрист сегодня я купил. 150 у бабульки, но она мне за 125 уступила. Вот такой вот. Там был у нее еще беленький, но это... Обожрал, что ли? Залечки это я уже насыпала. Я и розы посыпаю, ну, золой. Так, ну все. Ты 22, помыла посуду, еще роз здесь налей. Сейчас у меня еще стирка на ночь. Я что хотела сказать? Чего только каких ситуаций правда не бывает. Вот. Купила 2 котелки колбасы, все как есть. Вот не знаю, вот, друзья, вот бывало ли у кого-то в жизни хоть раз такое, что купила, а она вот такая вот. Вот 2 штуки я уже переведу. Она серая. Внутри... Она натуральная, да, я ничего не говорю. Но она, видимо, это. И придется ее теперь обжарить. 300 градусов, как говорится, и нить его обжарить. Она ничего, она не вонючая, не слизкая пока, слава богу. Честное слово. Потому что, как ни говори, но все-таки деньги. Вот, честно, вот. Не вонючая, пахнет все нормально, не скользкая. Ну вот единственное, что уже пора. Теперь придется пережаривать ее прям вот тщательно. А я не знаю, какой еще выход можно найти. Отваривать? Успокойся, она все. Ее есть не будет, отваривать. Да. Если чтобы она была прям вот склизкая, вот уже, естественно, выкинуть. Только выкинуть, да. Вот. Или вонючая. Но это не склизкая, не вонючая. Я подумала. Наверное, это вот такой вот у меня холостой. Модный. Во. Стриптиз.
Венеция отдыхает, называется моя платье. Венеция отдыхает. Это не платье, сам иди. Халат. Да. Ну что-то типа того. Расклешенная какая-то, видишь? Блатная типа. Кавычка. Угу. Ну она легкая, полегче. Вот чем, ну как объяснить. Вот для делов отлично, вот чтобы там. Там посуду мыть, стирку, там вот руками стирать. Она легкая. Все. У нас тепло передается 11 градусов. Ну вот так вот у меня обжарится. Если что, даже еще с этой стороны немножко обжарим. Тщательно обжарим. Каждый кусочек тщательно. Даже переверну еще разочек капельку. Вот. Ну вот такие вот. Для вас. Колбаски. Утро доброе, Букетов. Вчера весь день, Оливия, меня плохо слышно, потому что я с утра не умывалась ничего, но себе свое зеркальце потеряла, искал. Это... Чего я хотела сказать? А, с утра... Ой, вчера весь день ливень. Всю ночь ливень. Прям такой, прям тропический. Вот. Но плюс 10. Не знаю, сколько в ночь там было. В ночь, кстати, не холодно вообще было. Плюс 7, наверное, где-то. Я ночью выходил. Тепло очень было ночью. Вот. И сейчас опять ливень идет, нет? Идет. Идет. Но ночью, знаешь... Он прям ветер будет. Не ливень. Вот когда я выходил, он прям вот просто моросит, мне моросит капли. Моросит такие малюсенькие капли. Не а прям утром и ночью он прям машенький стеной вот такой. Как ты изображаешь, конечно. Не люблю плечики, постирал вчера себе какую-то кофту. Отрезал плечи. Говорю, посуду мыть, вытирать что-нибудь, годятся. Это, отрезал плечики. Чики-бомбони. Короче, нашла на помойке ботинки. Эмилю они не годятся. Они... Это 41 размера, а у меня 46. Вот. Вот тут вот их нет лучше. Они грязненькие немного. Я говорю, ну тебе они как раз, ну, 41-й должны налезть. А они вот, мама, это, не брезгуй, типа, береги, помой их просто. Они эти отцу, что Ира, и правда. Он говорит, это супер дорогие, сейчас такие не купить. Типа, они хоть сколько в них будешь ходить. Да. Во-первых, это кожа, во-первых, и она дубовая вся. Во-вторых, какая одна подошва. Это хороший обувь. Как будто я трехэтажный дом на новую делаю. Я ощущаю. Во-первых, они так у меня 39-й. Вот, а это 41-й. Да. 41-й. Зимой только, если на супер теплый это. Да, это 41-й. А Эмилю не лез бесполезно. Вообще ни в какую. Но у меня 46-й как а это... Ну, их отмыть, конечно. Ну, шнурки отмыть. Нужны тебе еще, шнурки. Шнурки отмыть. Да. У меня остались... А, нет, у меня не остались от них шнурки. Я эти шнурки надо купить к ним. Я сначала думаю, может, это выкинуть или что. А потом думаю, я знаю, как ну, мужские вроде бы считаются, но... Они относятся... В огороде тебе что-нибудь там резко выйти, что-нибудь. Снег чистить там, если да. Он будет. В этом году его вряд ли будет, потому что... Он только в декабре в этом году будет. Может, его вообще не будет. Будет, но к концу декабря опять выпадет 3 снежинки. Ну, а, слава богу. Опять лед. Вот у нас тропики, нормально. Лед будет. Хотя, может, в Москве навалят нормально. Там более, ну, как для объяснить. Для вообще зимы не было. Нет, ну у нас, как объяснить? У нас юго-восточная часть. Как всё. Мы спали? Мам, дай договорить. Можно не работать? Кажи, я не буду когда перебирать. Говори, говори. Все, уже не буду. Ну, говори, ну, извини. Все.
Извини. Так я буду учить, как говорит, чтобы ты не перебил. Ну да, характер, который складывался уже 20 лет, уже не поменять. Меня не бесполезно переучить. Я знаю, они смотрятся ужасно, но... Фиг с ним. Помоются, они театр. Все мои, которые они... я их проносила, оказывается, всего-то 2 недели. Ему же жопа. Эти тебе относятся. Эти... Ну, честно говорю, вот чего... Через 2 недели они у тебя уже разваливаются, развалились. Да, конечно, не очень не рады. А эти одно... Такие все модные, такие все красивые. Модные, выпендрежные, современные, развалились, как сопля. А эти, они тебе относятся, как... Они тебе... До старости, как говорится. Ну, это еще далеко, мне 149,5 лет. Как раз до конца света ровно. Вот, просто помоешь, внешне чисто их обработать и нормально. И шнурки надеть. А так они все нормальные. Вот здесь вот немного, и что? Ой, ну и что это? Да ну фиксим. Хватит. Они непромокаемые. Ты что? Ты, Славишка. Осторожней, субординация соблюдай. Да я приказ, ну такие ботинища, это тебе не шум. По яйцам как дашь, мало не покажется. Шутки, конечно, черный юмор, но... Они не про... Да это уже не шутки. Они не промокаемые еще вдобавок. Ладно, вырубаю. Он прям выглянул, все, я говорю, ну погулять сегодня, в парк сходить. Бац, опять прям ветерина. И снова тут ссоре, как говорится, я не крашусь. Редко-редко, когда крашусь. И вчера взяла он, ну, там тени или что-то такое, вот так вот намазал. Меня старит. Взяла нафиг, стерла хотя бы эти тени. Вот. Ну, иногда вот я как это, не буду говорить, бледная, ну как. Вот. У меня так, я такая... А летом у меня кожа становится желтой, мне все говорят, ты здорова? Я говорю, здорова, слава богу. Вот. Я реально это поражаюсь. Все же мы разные, у меня просто это... У меня такая кожа, вот. Становится прям вот, вот как вот там. Прикол, конечно. Да ты сияешь. Да у меня желтуха. Ну, у меня все до наоборот. Да ты что-то прям вся желтая. Я говорю, да нет, я здорова. Это у меня такая кожа летом. У меня прям вот, ну как объяснить, становится, ну, желтая вот. Ну, почему-то не коричневая, а желтоватая какая-то цветом. Потому что она у меня, может, слишком бледная или как. Я не знаю, цвет кожи такой или как объяснить. Зато прыщи я никогда не могу. Я ничего не говорю, вот у Эмили есть прыщики. У всех разная кожа. У кого-то сухая, у кого-то пожирнее. Я жирная кожа, я знаю. Да, правда. Тучи. Тут, правда, не видно. А, видно. А то прям солнце выглянуло, Эмиль, о, погулять хочется. Я говорю, да я бы это, не против. Я говорю, давай сейчас уж туда обед приготовлю, пообедаем и сходим погулять хоть в парк. Ну, наверное, вольет опять. Пошли, я так как его. Цветок мне прям нравится, я прикольно. Тут, правда, света нет. Сегодня хотела окно замазать, замазка. Вот купила 45 рублей. Половинка моя, половинка себе. Буду форточку вот эту вот вынимать, эту тряпку. Вот эту. Ой, мам, не надо все это. Ну и это. Замазать, короче. Так. У меня тут остатки. А куда что девать? В общем, 2 зубчика чеснока. Чеснок ведь очень полезен. Сказать нет. Как есть сказать, здесь ничего такого нету. Ну, для печени полезен, скажу.
можно так сказать. Да, чеснок полезен для печени. К примеру. И это правда. А два зубчика чесночка. Вот. Ну и полезен от всякой плохой этой. Ну, не надо. Вот. Чё? Не буду я на видео, ладно, об этом говорить. Люди умные сами все узнают, о чем я. Так, надо кушать чеснок часто. Так, чесночок. Немножко лимончика, два зубчика чеснока, лимончика. Жаль, нету укропчика. Вот, если бы сейчас был укропчик, я бы еще укропчик. Так, майонезику немного. Ты что, чесночный соус, что ли, хочешь? Да, капельку сделать. Чисто вот на хлебушек хотела сделать. Можно капельку, буквально даже подсолить. 1 миллиграмм ровно, 6 миллиграмм. Так вот. Был бы укропчик, сейчас такой аромат был. Ну, с чесночком и с лимончиком тоже ничего, нормальненько. Я немножко, у меня оставалось 1 миллиграмм лимончика, выдавила. Так, а теперь сделаем намазку на хлеб. Вот, майонеза, можно еще. Чеснок, он ядреный, не забывай. Ядреный все-таки, два зубчика? Два зубчика, да. Побольше можно немного майонеза еще добавить, перемешать. Мне кажется, два зубчика это немного. Перемешать. Ты ел аджику вон как прям ложками, ничего. А это да прям... это я знаю, я просто говорю, что не очень приятно это будет, вернее. Mm. Ты что это за сигару? Аджику тут раз прям это, может, я не знаю, в охоточку? Нет, я аджику люблю, не в охотку. Я раз в магазин так на нее смотрел. Да, да. Я тебе говорю, давай купим, 100 рублей дорого. Я люблю острое просто, очень, если честно. Притом очень. Ну, чеснок вот рекомендуется после жирного хорошо кушать. Куда ты жирную кишку намазал? Нормально. Ты чего так забоялась? Чесночка-то я не пойму. Ничего не забоялась. Я наоборот с удовольствием люблю иногда. Я не говорю, что я его обжираю с день и ночь. Все в меру и в благоразумии. Вот так вот. Чесночный соус обычный. Угу. Слезы пробивают. Силен, скотина. А я о чем тебе говорил, что будет сильно. Не ожидала. Нафиг, раскафаю молодышек. Под гречкой. Я тебе говорил, надо халатчик. Побольше майонеза. Я тут наложу эти халатчики. Сейчас я себе один просто раскопаю все-таки. Как это все за оладушка? Которая я типа в кавычках эксперимент, который ты вчера... Сколько ты штук съел? А, это вчерашний? Ты вчера полторы котелок колбасы съешь. Не полторы. Во-первых, мы напополам ее разделили, поели. Нет, здрасте. Я съел несколько кусочков. Здрасте. Ты съел кусочек. Ты мне вчера сам сказал, я полторы котелки съел. Ну, я просто так фигурально выразился. Нет, не полторы. Не фигурально. Ты мне оставил 5 кусочков колбасы. Не пять там было. Не надо тоже. 2 кусочка колбаски. Это вчерашние, что ли, эти? Да, которые я жарила. У меня осталось тут сколько штук. Я их в гречку, типа, замаскировала. Думаю, гречку больше есть и заодно. Но они все-таки с мясом. Они же нормальные. Надо уже доесть оставшиеся 100 грамм. Я тебе говорил, чеснок будет ядрен. Добавляй майонеза по-нормальному. Ничего, уже нормально. Да-да, нормально. Аж взял. На.
Ты хочешь показать? Тебе типа пофиг, давай посмотрим. Давай, не расскажу. А, она разогретая? Тебя не видно с этой стороны, почему-то отсвечивает. А вот кассировка тебе приходит. А, нет, все равно. Ну как? Да, нормально. Угу. Да не вкусный, как же. Не знаю. В общем, короче, нормально. Давай, включаем. А что ты так поребёт, чеснока? Ну, ты у нас вампир. Ну всё-таки остренький. Да не. Мне норм. А мне понравилось. Все-таки острый. Да ничего не острый, успокойся. У меня особо емоции. Слезы. Е-мое. Не заносись, а то как в древности иногда люди заносились, если женщина выдержала каленое железо, значит, а там... Там вишнево, типа 780-880, что ли, градусов. Типа, если в руках могла продержать, то не ведьма. Не держит ведьма? Бред такой. Ужасы и дри... Это... Я не знаю... Нет слов. Руки помыл, нельзя стряхивать там чего-то, какие-то там... Приметы эти караганды. Со стола рукой нельзя стряхивать, будешь... Я не буду на видео говорить, да. Кем это все навязано и чем, вернее. Какой... Там много чего это. Я не буду на видео, а то начнет... Я не люблю на видео там мнение свое выражать и прочее. Ладно, врубатус. Улучшение автофокус не делают. Да, на улучшение отдаления есть вот это как надо, ну типа эффект рыбьего глаза, но фокус самому приходится делать, а это... Я с того телефона, это я на том телефоне не переносил. Подальше немного. Это, я знаю, что надо приближать просто расстояние примерно. Это, я привык уже к автофокусу. Типа, чтобы автоматически все подстраивалось. Mm. Я, короче, забабашу. Короче, Эмилю понравилось, он сейчас забабашу еще. Лимончика, сока немного, как его, 2 зубчика чеснока, майонез. Сальти не добавлял миллиграмм? Не. Не стал, да? Не. Короче, он себе забабашил еще. Ну все, приятного аппетита. Угу. Девушка сделала. Яичко потолкала. Майонез. Капелька сальцы. Можно добавить черный перчик, но это уже каждый сам как хочет. Я думаю, что это ни к чему. Вот. Зубчик чеснока. Такой порядочно крупненький зубчик. Вот. И на мелкой терочке, как его, морковка. Сочная только. Чтобы была сочная. Вот. Намазка на хлебушек. С утра, например, там, с макарошками. Там, с котлеткой можно. Можно и с макарошками, с котлеткой сразу. К примеру. Давай попробуем. Подожди, ну подожди. Солнце сияет, как его. Сейчас я сниму, как его, макароны, а то я тут суп собираюсь сейчас готовить. Я бульон уже процедила, делаю, как его, лук-морковку, вот, обжарку на печи. Так, сейчас сниму. Макароны-то. Макароны уже обжарились, как следует, еще. Остатки вчерашние, все никак не едим. Вчера сварил макароны, 2 котлетки осталось. Одна, правда, Эмиль уже отгрыз маленько. Не доел. Да.
так ее я не выкидываю, потому что пища. Если холодно, и она хранится прекрасно при минусовых температурах в сетцах. У меня там ящики. Я куда ты посток? Я и косточки там могу хранить. Шальная какая. Куда ты? Шалом Израиль. Да куда столько? Ну, можно было на 4 бутика рыть. Я тебя люблю. Искренне. Чего? Ничего. Давай есть. Все, выключать или что? Или что? Ну, бери. Будешь отведывать или как? Чисто вкусно. Чего ты побольше не взял кусок? Мне поменьше надо было. Прикольно. Прикольно, да? А то я переживал. Яичко, морковка, чесночочек, зубчик, капелька сальцы и майонезик. Сейчас косточки отделаем, бульон процедила и сварю какой-нибудь, что-нибудь там, супчик, обжарочку делаю, лук, морковку. Солнце сияет. И я спрашиваю, как я там выгляжу. Это я с утра сегодня в горячей воде лицо немножечко прям умывала, так прям его вот так парила. Где-то с мылом, тем более. Ну и кремом никаким, естественно, ничего не мазал, поэтому спросил. Это... Подожди, отойди от солнышка. Сделал себе и Эмилю, короче. Эмилю намазка очень понравилась. Я покушала, объедение реально правда. Искренне говорю, вкуснятина. Делайте, если кто захочет, не пожалеть, честно отвечаю. Да, за намазка реально вкусная. Котлеточка, макарошки. Все? Сними. Я снял уже. Вкуснятина. Реально. Ну все. У меня руки после стола сильно трясутся, если честно. Эмиль, короче, стол вот так вот на себе тащил. Давай, сейчас покажу. И притом издалека. Короче, с помойки. И притом очень-очень далеко. Не надо. Вот так вот. И вот так вот шо. Как говорится, башка моя крепкая. Вот так вот еще какую-то нашу. Рабочий. Работает, да, только что проверим, включили. По Bluetooth играет. Прикольная басиста. Просто немножко ручку сломал. Да. Да и фиг с ним. Отвал. Такой отвал мозга. Раз. Отвал мозга. Сейчас я его отмою. Он здесь полностью хорош. Короче, вот. Я его кофе. Угу. Я его сильно. Ну, я вижу, он не то, что это, а это. А это? А это уже, да. Ну это мне какой-нибудь там может быть. Да, себе. Посмотрим. Я сюда свой поставлю. Посмотрим. В общем, это, здесь только вот одной ручки нету. Это я прикручу, сделаю. У меня есть ручки. А, и просто его помыть. Короче, просто посмотри. Помыть и уголки. Глянь, какие они мощные. Угу. Уголки прям мощные. Он вообще. Просто его помой. Да, помой, да и все. Пошли. И ладно, я сейчас... Потому что это уже он все-таки по старый. Работе там это. Старый. Давай, снимай, я пойду. Ложи, чуть убавилось. Сижу тут, нарезки делаю. Это, как его, посуду, как его, сковорода замочила, помыла, сейчас полоскать буду. Это, сейчас посуду ополосну. Печка горит, все нормально, хорошо. Тепло, жарко на улице, чуть ли не снежок, да? Снежок идет? Снежок идет, все. Первый снег. Угу. Не очень рад ему, но его. 31-й, ну. Вот такой вот супчик. Косточки отварила. Вот, вынула их, бульон процедила тщательнейше. Это, подлила к нему немного водички, подсолила.
Поставила. Заранее у меня была сделана обжарка лук, морковка. Лук я, правда, крупный порезала что-то. Вот. Косточки очень тщательно обираю. В железную чашку специально. Если где какая миллиграммная косточка, может загреметь хотя бы. Вот. Потому что, не дай бог, какая косточка в кишечник просто пробурает. Это очень тщательно обираю. Настолько, что даже... Не шуточная работа. Плюс, как говорится, кошкам там много еды от них, от косточек. Вот. И это. Чтоб прям только одно чистое мяско было. Больше ничего. Чистое-чистое мяско. И супчик такой прям жирный, вкусняный. Вот. Правда, макароны почему-то варятся не 10 минут, а 15. Но ничего страшного. Все, все, а то Эмиль торопится, все, сори, все, выключи, у меня жирный. В моем телефоне вообще нет памяти. Не знаю. Это Эмиль, короче, нашел. Уже скорее разбирать. Посмотреть, что. Вот так вот сделали перестановочку. Все, я помыла, все убрала, все почистила. Полы помыла. Старенький. Старушка. Старушка на АМД, походу, еще. Кулер их. Ну, одной защелки нет. Да, АМД, как я и говорил. Кулер старый. Ну, снизу пяточку. Ты только не торопись, не это. Ты есть ты будешь? Да. Сейчас запротся кто-то. Ножки не внутрь. Не, ножки не внутрь. Садик в доме. Там собачка приходила, какая-то косточка брала. Ты уж ее не гони, вот эту собачку-то, одну-то. Я их всех гоню. Нет, вот эта вот, она умная. Она такая культурная, не трогай ее, прошу ее. Да я что, их бью, что ли? Я просто гоню их, и все. Это, она прям, это, на дорожечку садится аккуратно, оттаскивает подальше туда, чтобы покушать, и сидит кушать. Даже иногда за калитку выносит, чтобы тут не сорить. И она такая какая-то, такая добрая, красивая. Вот это ее запомни, она умная. Хорошо, хорошо. Ну что, пошли хоть суп налить. Снимай. Че? Ну че? Че уж ты будешь снимать, как ты наливаешь уже? Зачем? Просто сними, да и все. А, ну суп-то я уж снимала. А, ну раз снимала. Я хотела еще показать, какую картошку пожарила. Как его, с грибочками. Мне неудобно с одной рукой. А если Эмиль сходил, купил тут, короче. Что ты купил, Эмилюш? Кофе грибник. Какую-то булочку. Тут курица, тут морковка по-корейски, тут колбаска с сыром. Почем кофе? 20 рублей? 20. И прям на 5 рублей, цены, как в Иерусалиме. Все. На 5 рублей все же дороже. Что телеохать из-за этого? Вот такая картошечка. Еще не факт, что, кстати, рабочий. Я включать боюсь. Смотри эту. Грибы эти я уже не первый раз. Ой, господи, помилуй. Сейчас теперь еще раз полым. Ну, да что такое сегодня? Я сегодня поем наконец-то.
У меня сегодня день уборки, день поломойства. Я целый день сегодня мою полы. В общем, вот такая вот поджаристая, вкусная. Но она реально вкусная. А суп мама сказала, что вообще объедение. Понравилось ей, короче. И макарон ей вчера, кстати, понравился. Прям горяченькие такие вкусные. А полы сейчас здесь придется опять мыть. День уборки. Я снимать не буду вечером, я уже это, без лифчика, это во-первых. Во-вторых, это, в халате, но дело не в этом, в этом. Колонка, кстати, рабочая. Ну, танцуй, что ты. Это сейчас ты вынесешь в сенце, да, коробку пустую. Работа была проделана грандиозная, я скажу. У тебя сегодня работы было много. Это так кушал, чтобы аккуратнее насадить сейчас. Так. В Волгограде вон какие проблемы это с водой совсем. Но пока выключи, как его временно, не слышно. А, вон она, как даже отключить. Да, там листать музыку. Я говорю, можно. Это в Волгограде вон какие проблемы, там вода и ну это все такое. Я говорю, а у нас колонка через улицу. Че еще? На микробы нам посрать, мы все микробы сами сидим. Я устал. Туалет у нас вместо унитаза ведро. Сколько я просидел? Печка, дрова. Полтора часа я просидел с ним. Так что мы не подаем. Полтора часа я с ним просидел, промучился. Потому что я еще корпус чистил, все это переносить, подключать, а старого. Ну сейчас ты тут все да, разберешь, да, я здесь заберу, занету. Не наступи на железку. Хорошо. А, лайфхак от Эмиля. Как резко собрать эти, как их? Да это лайфхак давно известен, но я просто так прикалываюсь. Я просто раз провел, раз, все. Но он этот магнит сильный. Он это от сабвуфера был, от домашнего. Ну, от колонки, грубо говоря, магнит хороший. Еще, кстати. Где моя? Ты это берешь? Ты? Беру мою видюху. Что ты хотел? Где мою отвертку? Показать еще. Если отвертка не магнитит, что делать? Конечно, ненадолго это работает. А, вот он. Просто, короче, самой этой, видите, потереть немного в магнит, и она будет держать. Все, она магнит. Просто магнит немного потереть. Останутся крошки магнитные вот эти, они будут магнитные. Сейчас я тебя застелю постель. Вот. Уберешь все. Эти рабочие. Да, мне еще нужно. Так. У меня благо тебе. Отдельный кейс. Так, мы и так были пышерные, припышерные. Так что нам, если что, самое главное. Голубое небо. Голубое, вернее. Самое главное. Уют, да? Мир. А то, что пошерный, ладно уж. Так, это убрать, это выкинуть. Хотя полевую сеточку можно. Такие оставить. Семянки. Полевую, что ты хочешь? Полевую сеточку оставлю, пригодится. Да я не прочитаю. Привычка тоже еще. Тут скажешь, как же ты задолбал уже прочитать. Так, ты порядочек наводи, да? Да. Убирайтесь. Да про пользу грибов сегодня смотрел, насколько там все виды грибов стало изучать. Просто сними вот это. А. Раз, мать, два, мать, три, мать, четыре, мать. И деталей там еще до кучи.
кулера разные. Утка в шоке, короче. Глянь, какие у нее глаза. Она офигела, короче. Утка в шоке. Ящичек, ты мне с ужоверой, правда. Недолго, правда, но... Все, короче. Все, сейчас я замету. Угу. Все, теперь включилось, да? Это, короче... Так, этого не надо сейчас, стали? Если Бог даст это... Постелил, все, сейчас подушечку, сынок, подушечку. Так, что я хотел сказать? Если Бог даст, завтра, как говорится, доживем это, там вон, прибить вон кусочек маленький, помыть все иконы, они же, как ее, на масляной основе сделаны, вот эти, все вот это вот протереть, потому что пыль от печи летит каждый день такая, что не передать слова, не описать пирами. Вот. Может, кто-то не поймет, не... ну а и не объяснить этого, когда нет, печка. Вот. Можешь хоть каждый день вытирать и протирать, и... У кого есть печка, кто поймет. Вот. Протереть, как его тут. Тут все протереть. Все. И тут все протереть. Можно даже снять. И там паутину, если есть какая-то, стряхнуть. Все это тоже протереть, короче. Так, все, наконец-то наладил. Ну вот с ним. Ну вот. Я все замела, все это, как его сделала. Шишка синячище мой. Каждый день почти мажу йодом. Потихоньку, слава богу, вроде бы, дай бог, пройдет. Так. В общем, здесь все помыть. Вот это мне нравится. Это я смотрю на всех. Обижно. Ах.